Первый лектор, который будет сегодня открывать нашу встречу, это Надежда Дмитрова. Она сотрудник онкологического университета в Болгарии и будет рассказывать нам об анализе выживаемости. Я думаю, что особенно актуальная тема это для онкологических больных, когда нас интересует не только эффективен препарат, более эффективен или нет, но и особенно важно для наших пациентов, насколько дольше месяцев или лет они смогут прожить. Соответственно, анализ выживаемости нам в этом очень поможет. Здравствуйте. Я приехала из Болгарии, где я работаю как эпидемиолог в болгарском раковом регистре. Я попробую говорить по-русски. Если вы не понимаете, пожалуйста, спрашивайте. Выживаемость, методы и интерпретация. Зачем нам это анализировать данных онкологической выживаемости? Сначала термин онкологическая выживаемость или cancer survival относится к пропорции больных раков, которые живы в конце определенного интервала времени, например, 5 лет. Это важно для оценки подходов к лечению рака, как Алена сказала, для мониторирования региональных и национальных программ по контролю рака, стимулировать принятие решений, обеспечивать равенство в доступе помощи. Самые большие проекты международные в области выживаемости – это Eurocare и Concord. Мы будем переводить примеры далее презентации и мы будем рассматривать некоторые примеры в упражнении. Это содержание моя презентация. Сначала мы будем дискутировать, какие данные нужны для анализа онкологической выживаемости, какие основные концепции, основные методы для расчета выживаемости. Потом мы будем переводить примеры для сравнения двух групп. Мы будем дискутировать тоже относительную выживаемость, что такое относительная выживаемость. И вы будете увидеть примеры из Eurocare и Concord. Данные онкологической выживаемости могут быть получены с помощью нескольких источников. Клинических исследований, небольших клинических исследовательских проектов или популяционных раковых регистрах. Популяционная онкологическая выживаемость – это особенно важно для оценки эффективности системы здравоохранения в области лечения рака. Поэтому раковые регистры – они основной источник для данных, которые используются в анализе популяционной онкологической выживаемости. Это пример, как какие данные используются из раковых регистров. Первая колонка указывает идентификационный номер, потом пол, мужчина, женщина, возраст, день рождения, основание диагноза, морфологическое подтверждение или клиническое. Потом топография или локализация опухоли, используется международная классификация болезни и онкологии. Следующая колонка указывает дата диагноза, потом ТНМ стадии, морфология, кодированная это коды из международной онкологической классификации, витальный статус, жив или умер, и дата смерти. Вы можете увидеть, что вся информация для пациента кодированная, что может быть анализирована. Не текстовое описание случаев, но коды.
Время жития, которое они анализируют в анализ выживаемости, это время от даты диагноза до даты смерти. Ну, вы знаете, что начало заболевания раньше, и первые симптомы может быть появлены при скрининге. Поэтому, когда используется скрининг, выживаемость может быть большая. Какие термины мы используем в анализ выживаемости? Это пример для 100 больных раком, диагнозы в период 2001-2005 году, наблюдались до конца 2006 года. Первая группа, 10 пациентов, была поставлена диагноза в начале 2001 года. И они прожили 3 года после диагноза, и причина смерти – это рак. Другая группа пациентов были диагностицированы в 2002 году, и в конце исследования они были живы. И вы можете рассматривать другие группы пациентов. Мы видим, что они имеют различные даты диагнозов и различные периоды наблюдения. У них тоже различная причина смерти рака. И некоторые из них были витальный статус в конце исследования неизвестен. Они были потеряны в период наблюдения. В конце исследования были 30 пациентов живы из 100 пациентов, и вы можете считать, грубо говоря, что выживаемость эта группа пациентов 30%. Но это не только просто, как вы будете видеть из следующих слайдов. Для цели анализа выживаемости мы надо реорганизировать данных пациентов и переведи все из них для начальный момент исследования, который дата диагноза каждая группа. Потом мы надо считать вероятность смерти для каждой группы пациентов в каждый период исследования. Что такое вероятность? Это качественное описание того, насколько вероятно произойдет событие и выражается в диапазоне от 0 до 1. Наш пример – событие – это конечная точка интереса – смерть или рецидив, или другое событие. У нас две группы случаи – нецензурирование, которые наблюдались до окончания исследования, и цензуризирование, о которых нет информации о событии. Почему нет информации о событии? Потому что пациенты, можно быть, пережили окончание исследования или нет доступа к информации о статусе окончания исследования. Как мы считаем вероятность смерти? Поделить число событий M на число всех возможных событий в каждый год наблюдения. Пример. Первый год под наблюдение были 100 пациентов. И событие, смерть, случилось у 10 из них. Тогда вероятность смерти в первый период наблюдения 10 разделено на 100 – 0.1. А вероятность выживаемости 1 минус 0.1 – 0.9. Это ясно? Хорошо. За второй период наблюдения мы видим, что под наблюдение остались 90 пациентов. 10 из них умерли в конце периода, и тогда вероятность смерти 10 из 90. Если мы хотим считать кумулятивную выживаемость для этих первые три периода, тогда мы надо умножить вероятности каждый период. И получаем трехлетную выживаемость для этой группы пациентов 54%.
Почему мы надо разделить периоды на маленькие интервалы? Эта схема указывает изменение риска в течение времени. Такой риск смерти для здоровья не изменяется в течение времени. Но когда пациент восстанавливается после оперативного лечения, риск смерти снижается с течением времени. Но когда пациент с левкемией не отвечает на лечение, тогда риск смерти увеличается с течением времени. Вы видите, что риск не изменяется с течением времени, и мы надо будет прецизно отчитывать это изменение. Тогда мы разделяем целый период времени на маленькие интервалы. Это основные методы, которые используются для анализа выживаемости, методы Kaplan-Meier и Life Table. Они схожи. Каждый из них считает вероятность события для каждый период из наблюдений. Но это разлика между этих двумя методами для число подверженных риску. Из метода Kaplan-Meier это число считается, когда вы используете число на начало интервала и число выбывших за период. А в метода Life Table вы используете только число выбывших за период. И тогда в конце анализа вы видите, что оценка немножко различается в этот пример. Но в другой пример оценка может быть различаться больше, чем этого. Этот пример с пациентом и раком груди, диагноз в 2005 году, наблюдались до конца 2010 года в Болгарии. По методу Kaplan-Meier пятилетная выживаемость 65%, по методу Life Table 64%. Это я показываю, потому что вы надо помните, что всегда, когда анализируете выживаемость, надо упоминать, какой метод вы использовали и какое программное обеспечение, потому что это важно для интерпретирования результатов. Kaplan-Meier и Life Table различаются по кривая выживаемости. Kaplan-Meier отчитывает каждое событие, когда случилось, а Life Table метод отчитывает события в конце каждый интервал. Зачем мы можем использовать эти кривые выживаемости? Мы можем увидеть, какая выживаемость в конце первый год наблюдения, это первый год наблюдения, и выживаемость 90%. Мы можем увидеть это из графика. Пятилетная выживаемость – это 5 лет, и это выживаемость 64%. Мы можем только считать медианная выживаемость – это сколько жили пациенты, 50% из пациентов. Медианная выживаемость для этой группы, 50% из пациентов, жили этот период. Вы можете увидеть здесь и это из диаграммы. Как мы анализируем выживаемость, когда хотим сравнить группам? Это пример сравнения между группами по пол. Вы видите, что выживаемость женщины, это все пациенты меланомы, выживаемость женщины лучше, чем мужчины. И эта разлика статистически значимая.
разлика в выживаемости, только мы наблюдаем по возрастной группе. Пациенты и раком груди, молодые пациенты имеют лучшую выживаемость, чем другие. И опять эта разница статистически значимая. Если вы сравниваете по стадии, вам известно, что пациенты в ранней стадии имеют лучшую выживаемость. Выживаемость различается тоже, когда пациенты провели их лечение в разные больницы. Было доказано, что пациенты, которые лечатся в больнице, которые имеют больше, чем 100 пациентов годишно, для каждый год, они имеют лучшую выживаемость. Но что мы делаем, когда мы хотим анализировать выживаемости и оценить влияние нескольких вариантов распределения выживаемости? Тогда, когда мы хотим оценивать влияние множественных факторов, изучаемых в отношении выживаемости, мы используем регрессия Кокса. И для этих пациентов, где мы рассматривали выживаемость по отдельные факторы, мы используем этот модель для множественных факторов и отчитываем влияние всех факторов одновременно. Тогда мы видим, что эти пациенты, которые получили лечение в больнице с более 100 пациентов, имеют лучшую выживаемость, эта разница статистически значимая, когда мы исследовали множественные факторы в анализ выживаемости. В предный пример вы видите, что эта крива указывает выживаемость пациентов, провели лечение больницей с больше чем 100 пациентов для каждый год. Ну, они были диагностированы в разные стадии, они имеют различный возраст диагноза, и это можно отразить на анализ выживаемости. Поэтому мы включаем все эти факторы, которые оказывают влияние, и тогда мы отчитаем разлика в выживаемости. А что такое относительная выживаемость? Это отношение наблюдаемое и ожидаемая выживаемость. Наблюдаемая выживаемость мы уже рассматривали. Она анализируется с методами Kaplan-Meier или LifeTable. И источник – это база случая рака. А ожидаемая выживаемость – это ожидаемый уровень выживаемости в группе, схожий по всем признакам с исследуемым, но без заболеваний. Источник для этого – таблицы смертности, все причины, из статистических институтов. Релативная или относительная выживаемость – это отношение выживаемости пациентов к выживаемости, ожидаемой при отсутствии заболеваний. Этот метод очень удобный для использования, потому что информация о причинах смерти не нужна, нет проблем с отсутствием сертификата о смерти, и все смерти в ходе исследования учитываются. Это пример для фоновой смертности, которая используется для анализа ожидаемой выживаемости. Онкологические пациенты имеют дополнительный риск умереть от рака сверх обычного фонового риска смерти каждого. Если пациент имеет рак или нет, он имеет эту вероятность умереть, в зависимости от пола в Болгарии. Самая большая вероятность умереть для возрастных пациентов, самая маленькая для тинейджеров.
teenagers. Подростки. Да. Спасибо. Относительная выживаемость используется, когда у нас надо делать сравнение между популацией и периодой времени. Потому что взрослый фоновый риск умереть различается в 6 раз в мире, а у детей более чем в 100 раз. Поэтому мы надо выполнять корректировку этих различий и тогда сравнивать выживаемости при международное сравнение. Относительная выживаемость обеспечивает честное сравнение выживаемости от рака во всем мире, потому что она подводит нас к единому точному расчету при столь различных фоновых рисков умереть во всем мире. Это важно, потому что когда мы имеем упражнение, вы будете рассматривать примеры с использованием относительной выживаемости и сравнение между различными группами. Мы надо выполнять корректировку тоже по возрасту. Стандартизация по возрасту позволяет избежать ошибку при различиях в трендах выживаемости больных раком, которые произлышат из различных изменений в распределении больных раком по возрасту. Когда мы считаем относительную выживаемость, опять я повторю, мы надо выполнять корректировку по фоновых рисков смерти и по возрасту. Тогда мы уверены, что наше сравнение честно. Этот пример из EuroCare 5. Вы можете увидеть тенденцию пятилетная релативная или относительная выживаемость для рака легкой, меланома, молочная железа по регионам в Европе. EuroCare 5 тоже предоставляет возможность, что вы сделаете ваш онлайн-анализ. Если вы выберете cancer site злокачественное заболевание, регион, возрастная група и можно сделать ваши анализ. Этот пример из Concord, опять сравнение между различных регионах и тенденции в выживаемости от рака толстой кишки. Другой пример из Concord – это тенденция выживаемости по разные периоды и в различные континенты вы можете увидеть, как выживаемость увеличивается. Этот для рака молочной железы. Другое приложение онкологической выживаемости это это нужно оценить влияние политику в области здравоохранения. Мировой отчет выживаемости должен стать стимулом для политиков улучшить политику в области здравоохранения. Выживаемость меньше ожидаемой, меньше чем в сравниваемых странах, уже привела к развитию программ по контролю за онкологическими заболеваниями в некоторых странах. Цел мировой декларации по раку с 2013 году – это достигнуть значительного снижения ранних смертей от рака, улучшить качество жизни и увеличить выживаемость больных. Но без учета выживаемости мы не будем знать, дошли ли до этой цели. Это некоторые примеры, как анализ онкологической выживаемости повлияла политику в области здравоохранения. Лейкемия у детей в многом излечимое заболевание, но пятилетная выживаемость еще не более 60% в некоторых странах в сравнении с 90% и более в богатых странах. Многие бедные страны имеют ограничения возможностей лучевой терапии. Изучение выживаемости рака поможет определить эффективность вложения средств в это направление.
глобалное неравенство выживаемости, выявляемое популяционными исследованиями, поддерживает необходимость постоянного отчета, учета выживаемости в мире. И когда определяется политика в области здравоохранения, мы надо имеем в предвид результаты этот анализ. Если у вас данные, вы можете участвовать в эти международные исследования. Это, на этот сайт вы можете увидеть дополнительную информацию для участия. Я знаю, что из России только один регион, Архангельск, предоставлял данные для участия в международные исследования выживаемости в проекте «Конкорд». Но я тоже знаю, что у вас многие данные, и я как how to say, to encourage, to вдохновить вам, то предоставлять данные и то участвовать в эти международные исследования, потому что это можно помочь вам для сравнения с других странами и регионами. А самый главный эксперт в области выживаемости – это Беар Грилс. Спасибо. Если у вас вопросы? Да, Надя, большое спасибо за такой интересный доклад. Уважаемые коллеги, не стесняйтесь, если какие-то вопросы, задавайте. Говорили вот в последней сноске Еврокар-6. Потому что Еврокар 5 завершила. Сейчас Еврокар 6 набирает данные. А семерка прозвучала? Севен прозвучала. You named Еврокар 7? А, не, 6. 6. Другие вопросы? Я хотел вам представиться. Добрый день. Называют меня Георгиев Иван Гаврилов. У меня 35 лет в онкологии. Я хирург, заведующий грудной хирургией Национальный центр онкологии. Это, что сказала наша коллежка, прекрасно. Это, обаче, будет только цифры, если нет приложения в практике. На мой взгляд, онкологии есть только две цели. Одна – снижаемая заболеваемость во всех мерах, другая – улучшение результатов излечения. Если в этот путь что-то перепутается, результаты будут не только плохие, они будут катастрофальные. К сожалению, нам по опозданию самолет не удалось репрезентировать один проблем, он стоит в постер, то вам интересно можно увидеть, это эффект лечения на базе спазывания онкостандартов. Мы сделали это на молочной железе. Мы сделали из 10500 случаев выводы, сделали выживаемость на 6 лет и распределили их на 8 пунктов, которые дают результатов из 6 групп госпиталь и сравнили выживаемость. Ну, короче, это Национальный центр онкологии, бывший онкодиспансер, который называется сейчас в Болгарии комплексный онкологический центр, университетские госпитали и других. Значит, получилось то, что когда четко делается, и спазывается стандартов, а стандарты вы знаете все, они обязательны, и они всегда рекомендуются и всегда обновляются каждый год. Результаты такие. Национальный центр онкологии имеет более 74% спазывания стандартов. Результат онкоцентров где-то 65%, а остальные были где-то 50% и меньше. Поэтому получились исследования результаты. Выживаемость
рак молочной железы, центр онкологии, 3% более, чем средний европейский по данным национальный раков регистр. А выживаемость рак молочной железы в Болгарии как тело менее 7%, чем средняя для Европы. И процент риск смерти центр онкологии в два раза меньше, чем остальные. Эти данные говорят подтверждение того, что когда вы делаете ваши выводы на ваши результаты, вы получите и спазываете основных стандартов, вы получите максимальные. И это максимальное только зеркало нашей деятельности. И то, что творится сейчас эти три дня, и то, что будет твориться, и то, что творили. Я большое удовлетворение смотрю молодые люди, которые пойдут по этому пути, и, наверное, их результаты будут больше. Но у меня вопрос к доктору Димитрову такой. На ваш личный взгляд и на взгляд Европейской комиссии раковых регистров, как заместитель председателя является вы, есть ли законодательные основания, чтобы принудить группу государства или организации, которые занимаются с рак лечения онкологических заболеваний, чтобы спазывать всех этих стандартов безусловно, а не по желательному, потому что то, что вы показали, это путь и это пожелательно. Каждый должен сделать вывод для себя, но когда придется дело в практике, получается другое. Если законодательное основание, на которое может вступить и принудить все этих, что вы, если ты не делаешь то, что надо, то не только моральный ущерб жизни пациента и уменьшение его жизни, а ты делаешь и моральный ущерб как онколог. Спасибо для вопрос, но вы знаете, что придерживание клинических стандартов и анализ выживаемости это only рекомендация. Я не знаю для законодательства, которое можно принудить придерживание к стандартам и анализ выживаемости. Но я думаю, что пациенты будут очень активны в этот область, потому что этот анализ для них. И мы как врачи и как эпидемиологи можем делать, что возможно в нашей области, но не знаю для законодательства, которое можно принудить все делать, что хорошо. Другие вопросы или комментарии? Спасибо большое за доклад. Я не онколог, я биолог, но мы работаем совместно с нашим Республиканским центром онкологии. Такой вопрос. Вы сказали, что приветствуется участие в кооперации с Еврокея и вторым, да, каким-то Конкордом. Каким образом? То есть один вот локальный там онкодиспансер, да, то есть не федерального уровня, да, республиканский, может поучаствовать в этой программе? Можно. То есть надо просто зайти на сайт, найти каких-то людей и списаться с ними, и вот как-то так завязывается? Да, вы можно увидеть дополнительную информацию на сайте. Я буду показать опять, если у вас интерес. И вы можно связаться с организаторами и дискутировать, как вам нужно приготовить ваши данные и прислать для участия в анализе. Хорошо, спасибо.